Первый канал медиакорпорации Китая провел презентацию самых ярких телепрограмм 2024 года. На ней представили 55 новинок, которые зрители смогут увидеть в наступившем году. Их подразделили на три блога. В первый с творческим названием «Рисуем миллионы образов» вошли 16 передач, в том числе о поэтах времен династии Танг, о различных китайских городах и научно-технических инновациях, о кухне и традициях разных регионов страны. Во второй блок, названный «К истокам китайской цивилизации», попали 15 крупных документальных фильмов. В третий – спецпроекты, в том числе гала-концерты по случаю праздника весны, концерты, приуроченные ко Дню молодежи и другие концерты, а также несколько телесериалов и документальных лент.